Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, мои хорошие! С великим вас праздником Рождества Христова! Снова и снова поздравляем мы друг друга с этим светлым торжеством. Родился Господь на земле, чтобы вместе с собой ввести нас в вечную жизнь на небесах. Разрушил Христос смерть и открыл нам двери рая. А о том, что смерть и в самом деле разрушена, говорит нам жизнь некоторых святых. Память одного из них наша церковь совершает завтра. Это дивный Киево-Печерский подвижник, преподобный Марк Гробокопатель. Почему его так прозвали? Потому что собственными своими руками устраивал он вечные обители для своих почивших собратьев-иноков. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что он всего-навсего копал могилы умершим монахам. Но сколько удивительных чудес при этом совершилось! Впрочем, давайте расскажем все по порядку. Итак, мы снова в Киево-Печерском монастыре. Но на дворе век не 21-й, а всего лишь 11-й. Русь только-только приняла святое крещение. В это знаменательное время и жил преподобный Марк. Он весь настолько светился радостью, что невольно передавал это настроение и другим монахам. И чтобы избавить их от самого скорбного долга – выкапывания могил для усопших братьев, он добровольно взял на себя этот труд. При этом он горячо молился, чтобы место временного упокоения почившего брата стало для него обителью вечного воскресения. Некоторые из иноков слышали слова его молитв, но только улыбались. «Кто мы такие, — говорили они, — чтобы заглядывать в мир горний? Умрем, и все о нас забудут». Ну, а другие попросту молчали. Молчали иноки, но не молчал Бог. И чтобы удостоверить монахов в том, что усопшие живы и по смерти, Господь сотворил великое чудо. Однажды, после вечерней службы, преподобный Марк копал в стене пещеры очередную могилу, но от сильной усталости изнемог и заснул, а могила осталась недоделанной. В это время принесли умершего и с трудом поместили в отведенное место, а по обычаю нужно было еще возлить на почившего освященный елей. Но никто из братьев не смог этого сделать. Было выкопано слишком узкое пространство. Поднялся ропот. Братья упрекали святого Марка в нерадении. Тот просил у всех прощения, но его не слушали. Суровые упреки сыпались один за другим. И тогда святой Марк обратился к усопшему иноку. «Так как место тесно, брат, то вылей елей сам на себя». То, что произошло дальше, трудно передать словами. Мертвый протянул руку, взял сосуд с елеем и сам крестообразно вылил его себе на лицо и грудь. Все пришли в трепет, и лишь святой Марк, чувствуя себя виновником общего смятения, продолжал просить прощения. В другой раз один инок скончался скоропостижно. Пришли братья к святому Марку и застали его за привычным занятием. Пот градом катился по его лбу, но работы было еще много. «Простите меня, не успеваю я окончить дело в срок», – повинился святой и добавил, «скажите брату, чтобы подождал немного». «Как это подождал?» –
Он ведь уже почил, удивились братья. Скажите ему так, грешный Марк просит тебя подождать денек. Братья хоть и сомневались, но слова святого передали усопшему брату слово в слово. Тот открыл глаза и весь день пребывал в благоговейном молчании. Лишь когда была готова уже могила, то снова почил он в Господе и был в этой могиле погребен. Много и других таких чудес совершил преподобный Марк. «Кто я такой?» – всегда говорил он о себе. «Я самый грешный. Все это Господь творит. Ради нас родился он на земле, пострадал и воскрес. Во Христе все живы». Я прощаюсь с вами, мои дорогие. До свидания, мои хорошие. И желаю, чтобы эти чудесные праздничные дни вы провели с пользой для души. А мы постараемся вам в этом помочь. Всего вам самого доброго. И да хранит вас Господь молитвами всех Киево-Печерских святых.